Так, кто там просил мне обзорчик? Вот вот такая покрышечка передняя. Тут у нас туда-сюда передние тормоза работают. Это работает. Это работает. Это наполовину работает, потому что открученный спидометр у нас работает. Подсветочка работает. Стопарик горит. Так. Теперь, что у нас? О, один поворот рабочий, другой поворот рабочий. Теперь на эту сторону тут рабочий, но... О, вот так. Это что-то трошки это... Ну, эти бабушки, ну, блин, уже... Может, если кто-то умеет там их вычищать... То может это и нормально, а так как, блин, нечем очищать, фрезера нема, бы фрезер был такий мелкий-мелкий, то было бы добре. Так, что у нас тут? Карбюратор стоит К68. Він новый, но він галимый, тем, что він полное дно Китай, это первое. Друге, западает поплавок, и вот тут у нас... Там, короче, лопнула пружина, я ее растянул, но все равно трошки бывает отпадает. Тут у нас есть поджапку, тормоза тоже рабочие задние. Регулировать тут еще трохи есть. Колинце, но мне сказали, что это колено из Юпитера. Получается, это короче, это длиннее вроде бы. Чи наоборот, уже не помню. Ножки тут у нас есть. Тут у нас есть еще вот боковая подножка. Это просто откручена выхлопная. Так она не откидывается. Надо болта взять, будет прикрутить. О. Опа. Чикс. Чикс-пикс. Слушай, тут аккумулятор у нас стоит. Тут какие-то инструменты. Это чехол наверху. А тут у нас вот такие черные, хай потом колись обтянется. Флефлеты есть. Номер кому надо, запоминайте, переоформите на себя. Бак, конечно, ну, він красивый, но він может быть поганые последствия. Трошечки вилка не робить, або вообще не робить. Ну, короче, гальмо. Вот, а что еще показывать, не знаю. Ну, чмихалка есть. Чпикс-пикс. Прочмихал. Опа. Вон ваш чик. Все рабочее. Все нормально. Может, сейчас я покажу чмихалку. А может, не покажу. Рабочее. Вот. Ну, багато что еще сюда надо покрасить. Одне, що тут нормально ще, це у нас бак. Ну, ще так, ну, протерти, звісно, бо я замазав це. А так, тут все ржаве, там щось це. Трохи чистив мотора. От. Потім, думаю, проїду, а тоді проїхав, коротше, задня передача. Робити час нема времени, тому що їду на цей номер. Двигла. Вот, а потом уже приеду. А еще тут проблема. Короче, дали мне вот такую херню. Але вот тут она мала. Оно не налазит. Даже если ее распарить, то все равно не налезет. И это дуже, дуже погано. Вот эта фигня, конечно, ну, такое. Короче, тогда вообще он не реагировал. Ни на цей винт, ни на цей. Вообще не было. То есть он робить. Ну, тумблерок оцей, це був, це робив прошлий владелець, ну, як, там просто висить два проводи, вони нікуди не підсоєднені. По той стороні там, в принципі, нема нічого, а, ну, що є, це у нас скріплення під коляску. От. А так, сцеплення трошки треба під це, підрегулювати. Ось ці соплі. Страшные. Так трошки почистив. Все равно надо нормально по цей. Тут сопливить. Ось отсюда это тут
Короче, замість сальника стоїть шайбочка. Ця фігня не давав міняти, тому що зажав як мог. Туди трошки набив, ну скільки можна було, я маю на увазі. Але, ні хрена не цей. От. Тут треба буде все помити, ну я сніму, що було тоді, коротше, покажу вам, що до днем. Бо зараз тут, ну, під кришою не сильно видно, цей спішка робить. Ну так-то можна побачити, що тут. Так усе попротираю бензинчиком. Тут, звісно, ну толку нема там. Так, можна водою змити, щоб не це. Зараз піду. Піду. По Альфа Ромео. Зараз наступне відео. Тому що це не сильно длинне.